Ребята, всем привет. Я в Анапе. Сентябрь. Сегодня 10 сентября. Я в отпуске. На пляже. Поселок Витязево. Или Витязево. Как там правильно? Всегда путаю. На пляж. Приветствуем вас, уважаемые отдыхающие, и приглашаем. Самый большой плюс, наверное, это огромный пляж, где можно лечь, сесть, где хочешь. Вот такой большой пляж. Там я еще не был, на этом спортгородке. Пойду туда, посмотрю, что там. Вот, отдыхаю уже 4 дня. Я, когда приехал, тут был ливень. Первый раз за весь год. Может, даже по новостям, как по телевизору слышал. Это было 6 сентября. Лил, как из ведра. Затопило здесь все. По капот машины были залиты водой. Короче, была жесть. Вот, а сейчас распогодилось уже. Солнышко. Погода хорошая. Вот, так что отдыхаем. Тут песок. Везде песочек. Большой пляж. Это мне нравится. Я 4-5 лет был там в Кабардинке, в Геленджике, в Архипо-Осиповке. Там везде галька была. Там, где еще был, в Сочи был. Везде галька была. Ну а в Анапе, кто был, тут, конечно, везде песок. Прикольно. Сейчас пойду к морю, покажу море. Море чистое, прозрачное, но там в воде мелкие вот водоросли. А так все чистое, прозрачно. Волейбол играют, спортплощадка. Тут какой-то сладкий пляж. Just a sorrento. Baby, 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 just a sorrento. Ba
короче, как-то так. Все спортсмены здесь, в этом углу пляжа, а в том углу все пиво пьют. Короче, как-то так. Че, пойдем к морю посмотрим. Вот такая вот здесь движуха. Я вот там нахожусь. Там мы лежим чуть дальше, метров 100 отсюда. Где наши стены? Вот и море. Сейчас будет банан выезжать. Море прозрачное. А, я еще не купался. Вон даже рыбки тут видно. Так, банан поехал. Ну, на нем людей, человек 15, наверное, загрузило. Большой пляж, туда еще очень далеко можно пройти. Тут я вот не знаю, одна так, то ли справа, то ли слева. Сама она так. Вообще водоросли. Там чисто, здесь буквально 100 метров. И все зеленое. Там зверя прибило. Там-то дальше. Парашютом летают. Короче, как-то так. Отдыхаем. Потом покажу, может, номер вам. Засниму бассейн. У нас есть номер.
Отличительница в целом, стилинг, и она тоже 1/8.